объяснил, что тебе здесь собираться не надо, проходить мимо. Я не собираюсь, я стою здесь. Не надо стоять. Почему я не могу здесь стоять? Какой цель вы здесь стоите? Здесь убили Бориса Немцова, я здесь буду стоять. Мы просто как бы пришли его заложить. Что не произошло? Произошло. Здесь человека убили. А сегодня здесь разграбили мемориал. Посягают просто на память. Там, память не убить. И так нельзя делать. Это преступление. Разгонять волонтеров, увозить их куда-то и грабить постоянно, уничтожать, пытаться уничтожить мемориал. Нет, так быть не должно, так нельзя. Вот, я туда пошла, я хотела купить цветы, но магазины по пути были закрыты, цветочные, поэтому я просто туда пошла. Меня в тот вечер задержали именно потому, что я остановилась и сказала, что это мое право стоять там, где я хочу. Такие налеты первый год случались регулярно. Регулярно ночных дежурных забирали в полицию, регулярно за это время, ни в чем не обвиняя, выпускались, сносили за это время мемориал. В общем, власти, я думаю, что решили снести окончательно вот, и не допустить возложения цветов массового. Как-то они связывают в одно целое, да, вот, собственно, поддержку Навального и, ну, вот место памяти Бориса Федоровича Немцова. Оппозиционеры, их нужно остерегаться и опасаться в любых проявлениях.